Всем привет, с вами Сивпро, и сегодня покажу мод на паузу для Майнкрафта Pocket Edition. Ну, после установки данного мода в верхнем правом углу у нас появляется кнопка пауза, при нажатии на которой у нас останавливается вся игра. Ну вот что ж, сейчас у меня здесь стоят носатые, от которых мы подальше отойдем, которые, ну, мне просто они не нравятся. Так, давайте отойдем. И попробуем остановить наше время. Нажмем на эту кнопку. Как видите, наше время просто остановилось. Вот он куда-то глядел в потолок. Так. Сейчас я заспавню жизнь. И мы остановим время. Вот как видите, время останавливается. И наш слайм застрял в воздухе. Но, к сожалению, мы можем, так сказать, двигать блоками в инвентаре. Вот мы заспавнили еще одного слизня. Выглядит довольно эпично, когда мы останавливаем время. Но я хочу кое-что исправить. Поставить блок, поставить еще блок, поставить еще блок, поставить еще блок, поставить еще блок. После чего мы просто возьмем и это все включим. Выглядело довольно эпично. Не правда ли? Давайте поставим очень много земли и посмотрим на это, как рассыпется наша земля. Да, это просто божественно выглядит. Но я хочу сейчас маленько поэкспериментировать с слизнями или другими мобами. Давайте попробуем его убить и посмотреть, как он будет разлагаться на кусочки. Ну, как видите, он опять застрял в воздухе. Вот, ну мод отлично работает. Так же, как видите, мы можем бить мобов в выключенном, ну, в режиме стоп. Вот. Так, давайте попробуем убить слизни и это замедлить. Да, это просто эпик. Мод довольно классный. Ну что ж, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.